Ну, прям интересная миссия, прикольно. Извержение. Отмечаю на карте его расположение. Так, что мы строить-то можем? Высший тамплиер. База атакована. Асас, это блаф. Месторождение минералов истощено. Пиздят. Мы едины в своей стране. Ой, блядь. Мы создали напомню. Мы отдали света вам. Умный портай огонь. Масса прогнется перед нами. Месторождение минералов. Мы сосредоточены. Ваши помыслы неразделимы. Да будет так. Будет исполнено. Сила единства. Месторождение минералов истощено. Так, что там мы еще могли построить? Маяк, по-моему, я построил еще. Месторождение минералов истощено. Так, погоди-ка. Бессмертный колосс. Где все только наземные, так? Ум оркай агум. И что еще остается? Темное святилище, что он там делает? Месторождение минералов истощено. Познает нашу верность. Будет исполнено.
Прекрасно, Зератул. Искатель пустоты теперь добывает газ из всех трех каналов. Прекрасно, что тут сказать. Да будет так. Сейчас что-нибудь построим еще. Колоссы. Скоро начнется еще одно извержение. Я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. Не зря построил здесь потом. Как будто знал. Так, что мы можем? Наземный воздушный ураган. Так, ну разломы-то мне, наверное, уже не нужны. Что у нас может темный тамплиер? Телепортация завершена. Превращается в Архона. Я выхожу из тени. Страх — это иллюзия. Телепортация завершена. Вот это лютая тема. Так, а этот... Это тоже может переродиться в Архонта. Еще они одинаковые будут, интересно. Да, то же самое. Я вернулся, чтобы служить. Так, что там? Ураганов, еще парочку. Мы отблеск света.
Ну так, в принципе, я даже не знаю, вот так играешь до основной кампании, уже все не знаешь. Скоро начнется еще одно извержение. Так, я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. 8 перехватчиков. Так, а что, я не понял, но они есть на нем. Ждем указаний. Мы стремимся к знанию. Эти тоже долго строятся, блин. 75 секунд, капец. Сражайтесь изо всех сил, и мы захватим храм. Да, да! Эта битва покроет нас славой! Да будет так.
Наконец-то путь к храму чист. Да. Однако Талдаримы не из тех, кто легко сдается. Они придут за своим владыкой и приведут с собой армию. Иди же, Зератул. Найди в этом храме ответы на свои вопросы. Благодаря нашим клинкам у тебя будет на это время. Я благодарю тебя, Тарс. Энтаро Тасадак. Адун Теридас, брат. Три с половиной тысячи. Всего 6500 из пена, это круто. Мои воины будут охранять вход, чтобы вы со сталкерами смогли проникнуть в храм. Да укроет тебя тень Тассадара, друг мой. Последняя миссия, наверное, пролога или эпилога. Эпилога. Или пролог. Забыл, короче, пролог или эпилог это. Так, Зератул – герой, обладающий мощными особыми способностями. Вы можете выбрать его, нажав F3 или щелкнуть. Давай, что он может. Владыка, в храм проникли чужаки. Вскоре они будут здесь. Запечатайте проход. Я свяжусь с повелителем. Как прикажет клинок Амуна. Зератул, Талдаримы пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, Талдаримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. Воины, мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Так, что он там может? Скачок. Щиты, здоровье. Судаш, Салок. Ни хрена не понял. А, это назад. Надо сюда. Слава перворожден. Постоянная маскировка. Айур возродится. Отправьте этих неверных в пустоту! И секунды без боя. Моя ноша непосильна. Я служу во имя Айура. Я верен тебе. Силовые поля. Нам придется использовать скачок. Фотонная пушка может меня обнаружить, но доспех пустоты укроет нас от ее выстрелов. 100 единиц на 10 секунд. Я следую своим судьбам. Эн-Арудин Разжакал. Вот это нормальная тема. Так, а щиты восстанавливаются, нет? О! Вроде восстановились.
Слава перворожденным! Айур возродится. Ни секунды без боя. Так, тут что-то по-любому есть. Эн-Арудин Раджак. Бессмертный. Одного теневого удара будет достаточно, чтобы с ним справиться. Избавься от него, пока он не начал убивать твоих сталкеров. Судаш, залог. Я служу во имя Айура. Честь ведет меня. Айур возродится. Я служу во имя Айура. Так, а тут что, тупик, да? Все понятно. Я следую своему призванию. Честь ведет меня. Эн-Арудин Раджакал. Так, значит, это что? 500 урона. Талдаримы укрепили храм противовоздушными пушками. Зератул, уничтожь их, и я смогу выслать тебе подкрепление. Под искупление. Жозак мокнул. Так, значит, врываемся, и потом уничтожаем. Я здесь, среди теней. Я следую своему призванию. Так. Ни секунды без... Гибрид! Один теневой удар, и с тобой покончено, чудовище! Впереди наблюдателя. Он раскроет мое присутствие. Нужно обойти его стороной. А как понять, сколько он видит-то? Айур возродится. Сюда. Я служу. Что мои навыки пригодятся тебе? Ты обращаешься ко мне. Ни секунды без боя.
Отцу дашь залог. Еще одна пушка Талдаримов. Судаш. Уничтожили еще одну пушку. Прекрасно. Мои войска уже в пути. Хасан, это план. О, тамплиеры. Ум Оркай Абум. И двое станут одним. Эн-Арудин разжигал. Я верен тебе. Так, мне еще пушка нужна. Я следую своему призванию. А как до нее дойти? Судаш Салок. Следовать храму. Айур возродится. Отсюда хорошо видно главный зал. Вероятно, там и находится Малаш. Задачи и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Не поддавайся страху, Малаш. Освобождение близится. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Готовь свой народ к войне. И жди моей команды. Будет выполнено. Короче, как Сидиус и Дарт Вейдер. То же самое. Амун ведет Талдаримов к войне. Мы опоздали. Надежда еще жива, Зератул. Это устройство. С его помощью Талдаримы общаются с Амуном. Да. Его уничтожение задержит войска Амуна. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Так мы и поступим.
чувствую присутствие темного прилата. Найдите его! Пушка должна быть последней. Теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов. Сражайтесь с честью, братья. Честь ведет меня. Пустота. Что нужно сделать? Меня ждет искупление. Я изгоню демонов прошлого. Айур, ты обращаешься ко мне? Так, чутка восстановится. Эн-Арудин Разжакал. Я чувствую здесь присутствие великой силы. Этот храм словно непосредственно связан с пустотой. Наконец-то мы загнали тебя в угол, Герасим. Алдаримы, истинный бог требует его смерти. Не подведите его. Судаш, Салок. Не смогут получать указания Амуна. Что-то происходит. Я чувствую сильный выброс энергии пустоты. С
Зератул, найди ключ, что дарует вам надежду. Тассанар? Как это возможно? Талис, мне было видение. Я нашел путь к нашему спасению. Я способен спасти вас. Я положу конец вашим страданиям. Ну, Дарт Сидиус, ну так же говорил, ну то же самое. Амун разрушает храм. Мне нужно уходить. А Зератул, короче, это магистер Йода, блядь. Так, чё это? Айор возродит. Выжить. С вольными вошли внутрь храма, и здесь сдерживаем натиск Талдаринов. Немедленно выдвигайся к нам. Да, сейчас. Уже в пути. Сюда. Айон возродится. Уцелел. Талис, я уже близко. Так, и куда? Секунды без боя. У нас нет времени, Зератул. Уходи скорее. Я задержу Талдаримов. Да нормально, сейчас разберемся. Другой выход.
Приступай. Немедленно. И расскажи Иераху о том, что произошло здесь сегодня. Пробуждение зла. Что там надо было? С помощью теневого удара, ничего себе. Это в одного надо было проходить. Наконец-то пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Видение, ниспосланное нам Зелнага, поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Артанис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ, пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику. Так, это походу пройдено. Да, точно. А это уже компания. Так, а что здесь? Выполнено 3, пролог завершен. Ну, посмотреть вступление и потом уже проходить. Так, что новое? Маячок. Поехали. Опустошил наш мир. Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Кхала. Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Thank you.
Великое зло угрожает галактике. Темный бог Амун вернулся. Вняв пророчеством Зератула, Керриган повела рой зергов против сил прислужников Амуна, гибридов, в надежде остановить близящееся уничтожение всего сущего. Больше не опасаясь угрозы со стороны королевы зергов, иерарх протосов Артанис собрал огромный флот и покинул Шакурас, планету темных тамплиеров, восстановить былую славу своего народа и отвоевать свой родной мир Айо. Текущие задания отображаются в верхнем левом углу экрана. Выполнение основной задачи необходимо для успешного завершения задания. Так, это сразу миссия или какой-то ролик еще? Конец настал. Сегодня мы возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. Знаю. И пусть свет Кхалы ведет нас. Флот вторжения готов к бою. Мы ждем твоего приказа, Иерарх. Мы должны остановить вторжение. Зератул! Тамплиеры! Схватить предателя! Нет! Нет! Выслушаем его! Грядет последняя война. Амун темный вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амуна захлестнет всю галактику. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Айур. И это лежит на мне тяжким бременем. Артанис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе, Зератул. Но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! Сейчас мы готовимся освободить сеть искривления в районе Керисана. Отличная работа, Селендис. Как только каналы искривления будут очищены, наши войска нанесут решительный удар по всей поверхности Айура. Тамплиеры ждут твоего приказа, Иерарх. Понятно. Воевать, короче. Пустота. Холодна. Сохраняем. Троечка.